Всем привет! У нас сегодня на обзоре ModKit. Давайте смотреть. Тут у нас какая-то могила. Чекпоинт. Так, для YouTube. Пасхальные яйца, в общем, YouTube. Так, холодильник открывается. Можно ли залезть? О, кстати. Показалось, что это карточка. Это должен был быть дом. Только он странный какой-то. Давно не играли в ModKit. Аж даже интересно. Телек не врубается. Что с машиной? Давайте посмотрим. Мне сюда, в принципе, не надо. Ничего нет, ничего нет. Идемте в дом соседа. Это что за ужасный дом? Закрыто. Интересно, здесь сосед есть? Ой. Что за звуки? Смотрите. Нам нужен синий ключ, гвоздодер и карточка. Дом уютный, очень. Мятные какие-то конфетки, видимо, как Ментос. Напишите в комментариях, кто Ментос любит. Мне он нравится, но я, наверное, год уже не покупал. То ли не попадаются на глаза, или что. О, желтый ключ, хорошо. Так, о, как все удобно. Так, удобно, но не зайти. Не включается, здесь ничего нет. Так. Здесь что-то должно было быть. Да, здесь оказался белый ключ. Очень красиво смотрится. Так, манекен стоит. И стулом закрыто. Меня ничто не остановит. Установил самое последнее обновление ModKit'а. Может быть, капканы меня уже не будут баговать. Даже самому интересно. Да, вот зато вот такие всякие косяки есть. Ладно. Нет, не ладно. Как так-то? И как выходить? Мне не нравится ГОСТ ставить. Может так? В обратную сторону открыть. Ладно, давайте ГОСТ. Тут никак не выберешься. Резко волк. Так, что здесь есть? Тут что-то типа карточки я видел. Это хорошо. Значит, мы входную дверь откроем. Скорее всего. Давайте сразу все потратим. Так, может, белый ключ от синего замка? А, прикол. Нас запутать хотели. И это очень правильно. В логических играх надо путать людей.
Иначе что это за логическая игра, где все, все очевидно? Недолет. Раньше я допускал ошибки, не смотрел на потолок. Я очень много уровней не прошел. Из-за того, что не видел над собой ничего. Так, у нас здесь ничего и нет. Похоже, та комната очень важна. Здесь ничего нет. Вот эта комната важна. И нам ее не открывают почему-то. Хотя... Так, тут есть стулья. И есть. Что за звуки страшные? Там тьма. Может, получится дверь как-нибудь заставить? Так, что это было? Игра лаганула. А, хочу закрыть щель. О, я это сделал. Это как? Так-то. Смотрите. Ищем монтировку. Есть монтировка. Это что за стол? На улицу выход? А, давайте обойдем. Класс, все глючит, но я смог. Так, прошел мимо. Огроменные гвозди. О, вот это да. О, очень страшно, сматываемся. Я пошел. О, альфа 2 каменсун. Это была, кстати, да, альфа 1. Так что вот. Нас поместили в какой-то кубик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Топси. Всем пока.